ребенка и двух взрослых вытащили, живыми из-под завалов дома на 13-й день, после разрушительного землетрясения в Турции, передает Хабар-Турк. Чудесное спасение произошло в городе Антакия, бывшая Антиохия, в провинции Хатай. Спасатели разбирали завалы на месте бывшей многоэтажки и случайно услышали голоса под обломками. Спустя несколько часов они извлекли на свет, проведших 296 часов, без движения женщину, мужчину и ребенка. Пострадавших доставили в больницу, по оценкам врачей, их жизням ничего не угрожает. Жертвами зафиксированных, 6 февраля двух подземных толчков, с эпицентром в Кахраманмараше только в Турции стали, по последним данным, свыше 39,6 тысячи человек. В стране объявлен 7-дневный траур по погибшим.